Что будет с Амандаром Муродовым? Да, я же тебе говорил, Самандар, он молодой такой парень, он что-то добьется, короче. Да. Как вообще его выступление? Как его выступление? Скажите, пожалуйста, что с Фаридуном Мудиловым? Ассаламу алейкум, дустони азиз. Агар шумо хоҳиши харидани телефонро доред, марҳамат, Мос Мобайл. Фарқаш не, дар Душанбе аст ё ки дар Москва, дар Федерасияи Россия, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мос Мобайл телефонҳоро барои шумо бурда мерасонад. И прям спрошу с вашего дозволения пару слов. Что будет с Амандаром Муродовым? Амандар чемпион, он будет защищать пояс, как только, как сказать, будет строен. Есть предположение, с кем бы вы сами хотели увидеть его? Имам Шафи Мухтар. Первый претендент. Uh-huh. Если Имам Шафи Мухтар не был бы травмирован, даже вместо Самандара он мог выйти на замену Швецу. Uh-huh. Потому что мы их не бой же, он должен играть с Швецом. Uh-huh. После последнего боя он получил травму. Поэтому, да, я же тебе говорил, Самандар, он молодой такой парень, он что-то добьется, короче. Да. Как вообще его выступление? Как его выступление? Очень классное выступление, никто не ожидал такого момента. Такой получил травму, и дальше бой. Да. Сейчас недооценивают его, никому не стоит. Маша Аллах. Скажите, пожалуйста, что с Фаридуном Мудиловым? Я думаю, Фаридун будет драться. Мы вообще планировали в ноябре турнир, если мы не сделаем, в декабре подерется. Можно ли сказать, что победитель Шлеменко и Артур могут стать пацанами? Однозначно, да? Однозначно. Они станут первыми претендентами, но это когда будет, мы не знаем. Но мы сейчас для Фаридуна, если мы в декабре делаем бой, у Фаридуна будет другой соперник. Тогда, если Фаридун защитит пояс, конечно, это будет очень классный бой. Не нравится это. Шлеменко, если выиграет, или Артур выиграет, будет хороший бой. Я думаю, в декабре Фаридун победит. Машалла. И последний вопрос. Вот этот зал, вот этот человек, наш тренер Абдулманам Магомедович, свою душу вложил сюда. Как вы будете как-то содействовать, как-то вместе сотрудничать с этим, с этой академией? Ну, мы с ним всегда сотрудничаем. Мы проводили совместные какие-то турниры, мы всегда вместе, да, вот Абдулманам Магомедович всегда поддерживал их, помогал, вот совместно приезжал сюда открывать зал, да, где-то. И, конечно, мы будем то же самое. Ну, любой зал, открытие зала мы всегда поддерживаем. Это же пропаганда здорового образа жизни, место для молодых ребят, где можешь себя реализовать, зал. Это мы делаем, это как бы наследие Абдулманапа, и он вложил в нас. И мы всегда это будем делать. Не только там проводить большие турниры, мы строим залы, мы привлекаем молодежь, мы помогаем ребятам. Поэтому очень много работы делал Абдулманап, и после него очень много работы будем, мы тоже будем, мы ученики, мы все будем продолжать эту работу. Значит, академия школы единоборств будет во всех регионах России, даже за рубежом? Конечно. Каждым годом мы вот сейчас открыли второй зал в Махачкале. Uh-huh. Недавно, даже в прошлой неделе он открылся, потому что уже наш основной зал был переполнен. Uh-huh. И мы вместо открыли второй зал. Мы скоро откроем в Москве, мы скоро откроем везде, в регионах. Uh-huh. Скоро планируется, да, уже как бы идут работы. Открытие зала Хабиба там, в Дубае, там, везде. Uh-huh. Мы, этому направлению мы двигаемся. Ну, конечно, мы не хотим открыть такой маленький, ну, только зал. Это когда надо с хорошими условиями, со всеми условиями зал открыть, там нужно время. Там, это нужно время, поэтому потихоньку. Да, это создавательно будет. Ведутся, uh-huh. Залы будут открываться. Успехов вам. Очень рад вас Спасибо видеть. Большое.